Yeah. Если меня узнают, будет плохо. Господь, дай мне славу, Магоня! Тебе... О! Миг. Его не запомнят. Равно как и нас. Ни тебя, ни меня. Конец лишь один. Муки раскаяния? Каюсь лишь в том, что проиграл тебе незнакомец. Твоя слава не вечна.
Дихай, Сумо. Есть кое-что новенькое. Покажи-ка, что у тебя тут продается. Что, все? Можем поупражняться? Разумеется. Лошадь объездишь. Нужно еще что-нибудь? Мне уже пора. Разговаривай с вороном чаще. Они это любят. Держи. Вот тебе еще реликвии. Что это у тебя? Прекрасно. Чудесно. А вот и твоя награда. Таких вещиц наверняка много. Мне пора. Увидимся. Вали, Эйвор!
Что сегодня предложишь? Я же просто даром это отдаю. У меня ведь еще такое есть. Это все? Мне пора. Возьми. Членов Ордена стало меньше. Что, еще один? Да, ты молодец. И хочу дать тебе этот знак глубокой признательности. Освободим Англию от этих чудовищ. Мне уже пора. Ступай с миром.
Возвращаешься после битв. Дай взгляну на товары. Советую купить. Нет, правда? Я отложу для тебя немного. Я с радостью это куплю. Носи мне все, что найдешь. Это продать. И что, это все? Всегда тебе рада, Эйвор. Что еще? Много не бывает. Ты об этом не пожалеешь. Больше ничего не... Мне... Приходи еще... Лови ветер! Спустить парус! Что это? Накормим же ворона!
пусть уснут навек! Это молитва? Заклинание? Последние фразы клятвы? Лишний законченный мной заговор.
Тут нужно быть осторожнее. Меня ты нашел. Достойно. Но всех тебе никогда не отыскать. Как ни старайся. Нас никому не победить. Мы таимся в глубинах вод, но сильны и опасны точно разлив. Скажи, как ты? И к чему такие вопросы? В подобный момент. В твоих словах кроется нечто неведомое. Загадка. За каждым звуком, что срывается с твоих губ.
Предал нас в Дейре. Теперь нам достаются лишь объедки. Крохи, что вы оставляете после набегов. Ты сам мечтал о набегах, о войнах? Да. Прощай, сраженный мечом. Хайсуму.
Мои кеннинги иссякли. Я более не камыш среди щитов. Ни крови свет, ни кости треск святой. Бич лебединых троп. Железный сон. Даритель серебра. Я хотел лишь вольно бороздить моря. Стать тем, кто сложит сагу своей судьбы. Будь рад, что уходишь в Вальгаллу с песней на устах. Поговорю с Хайсомом.
His burden shall the bring on must. Поговорю с Хайсоном. О, Эйвор! Эй, Эйвор! У меня есть вести, но они вряд ли тебя порадуют. Вот как? Помнишь Горма, сына Кьотви? Он недавно занял место отца в Ордене. Интересно. А Горм сейчас в Англии? Он теперь тоже в нашем списке? Да, нам нужно его убить. Но он сейчас не в Англии. Его надо искать на Западе. В крае, что зовется Винланд. Несколько веков назад его открыл ирландец Брэндон. Орден Древних недавно заинтересовался Винландом, но я не знаю, по какой причине. Я все выясню, но сперва убью Горма. Говорят, Винланд далеко. Путь туда долог и опасен, а искать врага там можно неделями. Хайсом, меня это не пугает. Мы с Рандви придумаем, как туда добраться. Тебе нужно что-то еще? Держи. Это пригодится тебе куда больше, чем мне. О! Хорошо. Надеюсь, это было не слишком хлопотно. И хочу дать тебе знак глубокой признательности. Хорошо, но нужно собрать еще. Мне уже пора. Ступай с миром.